самый желанный подарок среди мужчин – это PlayStation 5. Chateau Mouton Rothschild. Блин, ну вот этот вот бриллиант, конечно, в 5 карат, он такой бесполезный. А что, у меня были какие-то идиотские подарки? 3 новых года подряд я от разных людей получала носки. Я же мать, хэштег, не могу обойти внимание детей. Я все себе заберу. А я это отдавать должна? Oh, yeah. Всем привет! Вы на канале «Быть год», и вот оно уже предновогоднее настроение. Падает снег, елочка горит. И я сегодня, ваша Снегурочка, буду рассказывать, что же вас ждет под елочкой. Боже, милота такая! Я обожаю дарить подарки, и у меня есть такая штука, что я начинаю одаривать и задаривать. Поэтому я всегда очень четко контролирую вот эту вот грань, когда я выбираю подарок. А раньше я всегда пыталась покрыть чьи-то потребности. То есть, выбирая подарок, мне хотелось решить проблемы человека. Отношение к подаркам я поменяла благодаря психотерапии. Сейчас я всегда думаю, чтобы человек сам себе никогда не купил. Для себя точно так же. Я очень не люблю полезные подарки. Ну, по типу там сковородки, тостеры и все такое. Вот. Но для вас подобрала именно такие же. Хотя есть немножко для удовольствия. 3 новых года подряд я от разных людей получала носки. У меня аллергия на носки. Да, они были там из брендовых магазинов, они были какие-то дизайнерские, но это все равно носки. И меня это страшно раздражало. А у тебя какие были? Зимняя резина. Твою мать. А что, у меня были еще какие-то идиотские подарки? Да, я быстро подумаю. Блин, ну вот этот вот бриллиант, конечно, в 5 карат, он такой бесполезный, блин, и такой дорогой. Вот реально, это был просто... Это был провал с подарком. Я не ношу такие крупные камни, чуть догадаться нельзя было. Из классных подарков для девочек я считаю, что ювелирное украшение один из самых удачных вариантов. Во-первых, это радость. Эмоция. Во-вторых, это память. Это всегда будет с вами. Совсем недавно я снялась в рекламной кампании для новогодней коллекции Muse бренда Sava и присмотрела себе несколько изделий. Хочу с вами поделиться. Возможно, кому-то будет весьма полезно. Самое ужасное, что на бэкстейдже нам нельзя было делать... Ну, у нас была договоренность, что мы не выставляем бэкстейдж, где видны украшения. Я очень хочу с вами поделиться, потому что было очень много классных, смешных моментов. Вот. И, в общем, этот запрет мучил меня. Теперь уже можно поделиться и кампейном, и, в принципе, украшениями. Вот эта вот коллекция, она невероятно женственная, очень утонченная. Мартин, ты уже хочешь ее себе? Угу. Подарком может быть и браслет, и кольцо, серьги, подвеска. Можно сделать дополнительно гравировку года на память, что какой-то год был. Вот я сейчас это одену, вот это вот мне очень нравится. Мне эти серьги понравились очень тем, что можно носить моносерьгу, можно носить в оба уха. Я просто фанат носить по одной сережечке. А, кстати, да, у меня сейчас одна всего. Потому что я вторую потеряла. Очень удобная экономия. Когда я покупаю одну сережку и ношу одну, я ее теряю, и потом обидно. А когда покупаешь две, но носишь как одну, у тебя всегда одна запасная. Ну что? Ювелирное украшение – это всегда беспроигрышный вариант. Залог хорошего настроения на весь год – каждой женщины. А я это отдавать должна? Кстати, вот эта штучка, я тебе хочу показать, что она делается разной длины. То есть здесь такой хвостик, ее можно... Да. Прикольно, да? Ну-ка, интересно, в два оборота. Вот так. Вот, можно сделать двойной чокер. О-о-о, у-ля-ля. Один подарок я уже подарила себе. Я уже упоминала в серии про книги, которые, если вы не смотрели, посмотрите сейчас внизу, или где, вверху всплывает, внизу, где-нибудь, короче, всплывет окошко, посмотрите обязательно. И я упоминала, что для меня один из самых ценных подарков – это книги. Я люблю их получать в подарок, я люблю их дарить. И я специально бегала вчера по магазинам, чтобы собрать какую-то примерную подборку. Ну вот если ваша подруга, ваша сестра или девушка любит живопись, любит историю
или вообще любит красивые картинки. История живописи. Такая книга, я уверена, найдется на хорошем книжном сайте либо в книжном магазине. Нужно просто задаться, поискать подарочное издание. Также очень классно мужчинам есть. Я когда искала книги, видела классные книги, посвященные гольфу, вину, оружию. И вот эта книга Пирелли. Мартина запорола, сказала, никаких голых баб. Поэтому я купила книгу про собак. Мартиночка, ты довольна? А я думала, ты... Вот, ну посмотри, какая фотография. Ну это же сумасшедше красиво. Особенно всем, кто любит животных. Посидеть, полистать подарочное издание, посвященное собакам. Это могут понять, между прочим, только собачатники. Что тут? Бози, какая нёшечка. А давай покидай. Какая я собака? Ага. Какая ты собака? Окей. Я собака. Блин, нет. А давай ты откроешь, я смотрю, какая ты собака. Давай. Вот давай. Кто это? Боже, у тебя даже свитер такой же. Если бы я была собакой, я была бы ливреткой. Пишите в комментариях, я похожа на ливретку? Это ее идея, не моя. Я не хочу этого знать, похожа на ливретку или нет. И еще одна книга, которую я тоже нашла вчера в поисках. О, господи, просто невозможно. Это книга коллекции фотографий. Ну, то есть здесь это сборник всех работ Хельмута Ньютона. Мы знаем прекрасно этого фотографа. И все его творения, которые он снимал. Эта книга останется мне, это мой подарок мне на Новый год. Вот. Я тоже, кстати, делаю себе подарки. Ты себе делаешь подарки на Новый год? Нет, никогда, ничем себе не радуешь. А я делаю себе даже на день рождения подарок обязательно. О боже, а мы здесь гадать не будем? Тут главное найти кого-то более-менее прилично одетого. Вот, допустим, Синди Кроуфорд. Одета, ура! Потому что все остальные фотографии здесь нюд. Эта книга стоила 7400 гривен, по-моему. Чем можно еще порадовать свою девушку, подругу, маму, ну и даже парня, если, в принципе, парни сейчас тоже очень любят ухаживать за собой. Очень много знаю случаев, когда люди, получая абонемент в спортзал, никогда туда не ходят. То есть сделать выбор за кого-то, чтобы он захотел пойти заниматься физическими нагрузками, это крайне сложно. Поэтому в спортзал для лица точно захочет сходить каждая девушка. Абонемент в массажный салон. В моем случае я говорю про скульптор, который находится в Киеве, потому что сама поклонник такого формата, когда уход занимает не полдня, а ты просто забегаешь в мастерскую, тебе делают тренировку для лица, и ты бежишь даже по своим делам, не знаю, на обед, на съемку. Но подарить сертификат на уход за собой точно лишним ни для кого не будет. И это то, чем будет пользоваться с удовольствием любая девушка. Еще один из классных подарков – это домашние девайсы. Сейчас их очень много, мы все собираемся снять обзор, но все никак не доходят руки. Похоже, мы все-таки скоро будем выходить, да, два раза в неделю, чтобы все успеть. Я сейчас принесла для примера New Face. Также можно взять Рифа, Facelift. В общем, на любой бюджет можно найти классный домашний девайс. Также есть аналоги, есть те же Гуаша. То есть все, что бы вы ни подарили, самое важное, это, конечно же, чтобы человек пользовался. Любой из этих девайсов дает результат при условии того, что им пользуются. Вот. Поэтому это очень классный подарок, просто нужно определить свой бюджет. Также это может быть LED-маска, массажер для глаз и все прочие-прочие девайсы. Кстати, я бы сюда даже добавила еще смарт-весы. Очень крутая вещь. Не стала свои тащить, но поверьте, вот я супер-мега довольна, когда ваши весы ведут учет, ваш график, как вы поправляетесь и худеете, и все это выводит на ваш смартфон, и вы можете наблюдать, добиваетесь вы нужного результата, ну или вы просто разошлись. Чтобы впечатлить свою вторую половину, очень классная идея подарить бутылку вина или шампанского в год рождения. Эта бутылка может быть выпита сразу, а можно, конечно, ее как традиционно откладывать на каждый следующий год. Ну и в принципе, не знаю, можно не даже сделать маркировку, в какой год она была подарена. И поверьте, такая бутылка вина всегда останется в памяти. Вот я для примера подготовила бутылку вина. Не советую вам заводить вторые половины.
младше 94 года, потому что дальше уже вино очень дорогое. Шато Мутон Ротшильд 1994 года. Мартин, неси свою программу. Меня все время спрашивают, что за программа вина. Вино. Круче, чем то было. Оценка 4,5. О, отлично. Урожай. А что 98-го? 98-го стоит 26 500. Этой конкретно бутылки нет, нету. Она дороже. Отлично, хорошо. Итак, подарок номер какой-то уже, да? Я уже просто сбилась, сколько мы их огласили. Это бутылка вина в год рождения. Ну, на крайняк можно подарить, чтобы запомнился Новый год, дарите 2020 года и говоришь, любимый, знаешь, дарю 2020 года, откроем с тобой через 10 лет. Актуально? Тоже вариант, кстати. Но если вы идете к друзьям в гости, чтобы не идти с пустыми руками, как вариант для дома, я всегда бы, вот если бы мои друзья шли ко мне в гости, я была бы супер рада такому подарку. Очень красивые сейчас делают диффузоры. Это одна из желанных вещей, которые я, допустим, всегда меняю. Они у меня сезонные, они у меня под настроение. Какие-то прячу, какие-то достаю. И это один из них. Боже, какой аромат офигенный. Жалко, мы сегодня ничего не разыгрываем. Как не разыгрываем? Я все себе заберу. Вот этот вот Pottery Home Paris, это я прям моя рекомендация. Я никогда не засовываю все палочки внутрь, потому что тогда очень резкий и слишком насыщенный аромат будет по всей квартире или по дому. Вот, я всегда больше двух палочек, ну, на мой метраж моей хрущевки не ставлю. А вот и серия про мою хрущевку. И, конечно же, вы же идете на новогоднюю вечеринку. И, конечно, там будут пить винишко или шампанское. И я нашла вот такую вот вещь. И подумала, что она может быть интересна и вам. Это какой-то смарт-штопор. Мы должны срочно проверить, как он работает. Мартина, срочно проверить. Я предлагаю вскрыть эту бутылку вина. В общем, если бы ко мне шли друзья в гости, вот Мартина ко мне будет идти, она обязательно мне такое принесет. Потому что этот я дарю Мартине! Спасибо! Из еще супермодных я не могла не взять эту вещь, потому что я ее, в принципе, уже купила себе. И, как и говорила в серии про стоматологию, о том, что врач настолько убедительно сказала, что это нужно. Ирригатор – это очень крутая вещь, которая, она не персонального пользования, она может быть для всей семьи, поэтому вот эта вот штука, если вы не смотрели серию, значит, у нас итоги года, если вы не смотрели серию про стоматологию, опять идете вниз, смотрите серию про стоматологию и заказываете в подарок своим близким, это классный подарок родителям, вот реально классный подарок родителям. И второй очень классный подарок родителям, который я считаю вообще просто номер один для того, чтобы они всегда были заняты, это вот этот вот модный горшок, который сейчас не достать, не купить. Сейчас выйдет картинка, это когда вот можно дома выращивать под LED-лампой разные овощи. Этот click and grow. Но он классный, просто его не найти, они везде sold out, прикинь. Я бросилась, я за 2 дня не смогла найти. Вот click and grow очень рекомендую. У меня дети увидели, и Спартак говорит, мама, ну ты же это никому не отдашь, это же мне будет. Я говорю, а тебе немного подарков-то? Мы уже подбираемся к этим оранжевым коробочкам. Это точно не Биркин, сразу вангую, это не Келли. Я знаю, что там, потому что у меня дома ровно такая же коллекция посуды. И я считаю, это классный подарок. Подруге, начальнику, коллеге, в конце концов. А я сказала, что это посуда, поэтому интриги нет. Обожаю эту коллекцию. Можно подарить чашку. Самое приятное – это оранжевая коробка в любом случае. Вот вы, когда несете подарок, поверьте, что бы там ни было, работает вот этот вот эффект оранжевой коробки. Правда, Мартина? Я Мартине когда-то подарила на какой-то праздник сапоги. Вот. Она, наверное, думала, что там крокодиловая Биркин. А там были сапоги. Ну, тоже была рада. Поверьте, вот здесь две радости сразу. Мало того, что оранжевая коробка, во-вторых, классная чашка. И еще один как вариант, если у вас еще остается время, у вас есть знакомые шопперы, вы можете заказать не менее классный подарок. Набор парфюмов Hermès. Вот видите, они обычно здесь, это я себе заказывала, они обычно здесь пишут, какие внутри ароматы можно составить. Если вы не знаете, что заказать, заказывайте Сантал Масоя, Ветивер Тонко, это два моих любимых аромата, и поверьте, Сантал Масоя летний, Ветивер Тонко зимний. Вот эти вот, если вы возьмете такой наборчик и подарите кому-то из своих близких, нет человека на планете, кому эти бы ароматы Hermès не заходили, ну так
как заходят мне. Вот так выглядят наборчики такие. Ну, единственное, что это нужно заказывать шопером. Не знаю, успеете. Но еще же есть 14 февраля. Это больше, правда, конечно, знак внимания. Вот. И вот такие вот фантастические малыши, с которыми можно летать, можно бросать в сумочку. Ну, ничего так. Я в себе была, когда это заказывала. Конечно, к этому Новому году самый желанный подарок среди мужчин – это PlayStation 5. Мы это знаем. Мы делали опрос, спрашивали, да. Все хлопают в ладоши и хотят. Но я предлагаю, как вариант, да, PC 5, PlayStation 5 – это достаточно банально. А, камера полетела, да. Потому что он тоже считает, что это офигенский подарок. А я предлагаю развивать своих мужчин и предлагать им, допустим, а это мне? Например, любой сертификат на обучение, либо развитие, либо курсы. Unit School of Business – это бизнес-школа в инновационном парке. Если вы начинаете свой бизнес или планируете начать и хотите понимать, как все устроено в нем, или, допустим, у вас есть крупный бизнес, но вы хотите идти дальше или углубиться и развиться, то есть это школа, в принципе, для любого уровня подготовки. А для меня, с моим скинкер-критиком. А давай я тоже расскажу про свой бизнес. В конце концов, в школе не училась. И, конечно, вы всегда можете написать на скинкер-критик мне и можете укомплектовать свой бьюти-бокс. У меня будут готовые бьюти-боксы к этому Новому году, а также можно будет составить свой на бюджет от 2000 гривен. Вот я сюда сегодня положила свои любимые продукты, которые тоже могут быть в вашем бьюти-боксе. Это разные масочки, пилинги, хайлайтеры. Это все можно укомплектовать для своей подруги, для мамы, для себя, в конце концов. Я же мать, хэштег, не могу обойти внимание детей. Когда мы составляли, придумывали с Мартиной, какие же подарки подарить, наш главный критерий был для того, чтобы детей достать, вывести из гаджетов и девайсов. Поэтому номер один – это балансборд. Обе забыли его притащить в студию, он есть у моих детей, он есть у Мартины дочки, но мы просто забыли. Поэтому смотрим, как выглядит балансборд. Главное, очень осторожно, чтобы первое время дети не убились на нем сами, всегда поддерживайте или пусть страхуются за подоконник. Сколько надо простоять? 2 минуты. Это очень классная вещь, она дает координацию, баланс, укрепляет внутренние мышцы. Ну, то есть для малышей самое оно. Если вы живете в Киеве, классным решением для подарка для своего ребенка будет посещение Galaxy Park, который находится в Блокбастере. Это парк развлечений. И я с удовольствием хочу разыграть 5 безлимитных карт. Вы можете написать любую смешную историю, связанную с Новым годом и с вашими детьми. И если вы живете в Киеве, я с удовольствием вам отправлю эти карты. Или если вы не живете в Киеве, а хотите приехать в гости в парк развлечений, приезжайте. Ну, я просто реально обожаю. У меня дети просятся каждые выходные. Здесь очень прикольные квесты, очень классные всякие 3D, вот эти вот 9D кинотеатры, американские горки, какая-то вторая реальность. В общем, они в этом шарят. Я один раз села на, ну, в такую капсулу, ты садишься, тебе одевают очки. И я просто подобрала ноги, сними это меня отсюда. Ну, просто невероятно. А ты не ходил, Денчик, ни разу? Ходи, у меня есть безлимитная карта. Ну что, у нас все по подарку? Нет, подожди, я же еще не сказала. Подарок для детей, кто любит засыпать, мои просто мальчики, они любят засыпать со светом. И если ваша точно так же, очень классно, обратите внимание на домашний планетарий. Это такая штука National Geographic, которая дает звездное небо и разные созвездия на потолке и на стенах. Вот, и вот это вот тоже нужно вставить в детские подарки. Вот, все. Спасибо вам, что вы были со мной в 2020 году. Желаю вам всего самого лучшего в 2021. Мы с вами скоро увидимся. Ваша Гоцей. Обнимаю. Oh, yeah.